Руководство департамента полиции поощрило благодарственными письмами отличившихся солдат и офицеров воинской части 31775 регионального командования «Астана». Также с концертной программой для них выступили сотрудники культурного центра областного полицейского ведомства. Свыше 300 военнослужащих воинской части 31775 регионального командования «Астана» прибыли в Петропавловск 8 апреля. Разместились на базе Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Под командованием опытных офицеров сухопутных войск солдаты и контрактники буквально с колес были направлены на самые тяжелые участки. Вручную укрепляли дамбы под открытым небом, участвовали в эвакуационных мероприятиях, охраняли и в целом оказывали всестороннюю поддержку населению на фоне известных событий. Вы не остались в стороне и приложили все усилия в помощь людям. Большое вам спасибо. Желаем продолжать достойно исполнять долг и благополучно вернуться домой. В не менее напряженном режиме, также на пределе сил, в последние недели несли службу на северо-казахстанской земле военнослужащие воинской части 5537 Национальной гвардии Республики Казахстан. Вместе с нацгвардейцами местной воинской части 6637, курсант, полицейскими, они охраняли правопорядок на постах, разворачивали оцепления, патрулировали подтопленные зоны и активно помогали людям, где требовалась экстренная помощь. В качестве благодарности за совместную службу руководство департамента полиции для военнослужащих организовало концертную программу, а также вручили благодарственные письма наиболее отличившимся офицерам, сержантам и ефрейторам. В воинской части 6637, в свою очередь, полицейских поблагодарили заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе майор Шухрат Ашимов. Полицейские пожелали военнослужащим впредь также достойно исполнять свой долг перед Родиной и благополучно всем вернуться домой. Амир Исиншараев при содействии пресс-службы департамента полиции.